Самаре прошел традиционный пасхальный концерт, который собрал священнослужителей, воспитанников детских духовно-образовательных центров и воскресных школ, а также простых любителей духовной и народной музыки. Это совместное мероприятие нашей митрополии Самарской и правительства области. Совместное. Это мероприятие благотворительное. Это такой подарок от Самарской митрополии и правительства жителям нашего города Самары. Концертная программа началась с тропаря праздника Пасхи в исполнении Самарского губернского студенческого хора «София». Дмитрий Загаринский – один из солистов хора. Он учится в духовной семинарии. Уже пятый раз участвует в пасхальном концерте. Этот праздник очень важен для нас, потому что Христос нас освобождает от власти греха. И в целом всегда это очень радостный праздник, потому что не всегда видно, как люди его празднуют. Очень так много эмоций прекрасных. И праздник добра и света, и хочется всегда его провести вот так вот на концерте, людям подарить добро и радость. Зрители порадовали также духовные песнопения, казачьи и военно-патриотические песни и хореографические номера в исполнении юных танцоров. Среди тех, кто оценил выступление творческих коллективов, была и глава города Елена Лапушкина. Максим Магомедов, Константин Головин. События.